Всем привет! На обзоре томат черный ананас. Очень интересный сорт Bicolor. Плоды у него вот такой вот расцветки. Шоколадные или фиолетовые. С такой вот пятнистостью плод Bicolor-чик. Мякоть у него еще интересней. Как видите, вот такая вот розовая серединка, а здесь такая расцветка. Мясистый, семян мало. Сорт просто классный. Ну давайте посмотрим вес. 309 грамм. Плоды у черного ананаса от 300 до 400 грамм. Это уже остатки. Я их собрал, забыл снять вам видео. И вот с остатков снимаю и показываю. Кусты черного ананаса около 1 метра. Мощные кусты, не болеют. Устойчив к жаре, к переливу, когда много осадков. Плоды не растрескиваются. Сорт неплохой и по вкусу. В основном для салатов он выращивается. Но можно делать все, что угодно с него. И томатный сок. И консервировать даже. Если вас такой сорт интересует, в описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Заходите и покупайте себе семена. А если вы выращиваете этот сорт, напишите в комментариях, как он растет в вашем регионе. Мне будет очень интересно узнать. Также подписывайтесь на канал, впереди много будет обзоров разных сортов томатов. Я собрал вот ящики и буду снимать. Ну, буду прощаться, не затягивать это видео. До новых встреч, всем удачного дня, пока!